Всем привет, друзья! Снова мы в парке. Ничего не меняется. И я вас предупреждала об этом. Да, зацените ракурс с селфи-палкой. Вчера был понедельник, и я вам покажу тренировку, которую я делала на ноги и на попу. Сегодня у нас вторник, и сегодня хочу просто побегать. Сейчас посмотрим, занято ли мое место. Никого нету. Значит, я буду разминаться и потом побегу. Да, туда пришел парень на скейте, и я ушла. Ну, в общем, в принципе, разомнусь в другом месте. Я, наверное, сейчас заверну сюда. Я уверена, по этой тропинке никто не ходит. Я, в принципе, не особо боюсь снимать, но когда пялятся, знаете, вот так вот, меня как-то, я не знаю, прям дрожь пробирает. Я понимаю, что с ведением канала нужно быть готовой к тому, что на тебя будут поливать грязь. Как же назвать это слово? На тебя будут какать. Вообще будут срать тебе на голову. Почему я вот должна, я не знаю, как-то подбирать слова? Я теряю тогда саму себя. Я уже человеку, который мне написал это в комментарии, я ему об этом уже говорила, что почему я должна быть как все. Объясните мне, почему девушка не может сказать слово говно? Почему? Почему? Откуда взяли вообще такую тенденцию, что девушки — это такие существа, которые не должны ни материться, ни какать, ни пукать? Почему? Если на самом деле, когда девушка говорит, что она хрупкая, всем наплевать. Почему же, когда мы хотим самовыражаться как-то, либо мы хотим делать то, что мы хотим, и мы говорим то, что мы говорим, все сразу обращают внимание на то, что мы девушки. Это как-то глупо и тупо, мне кажется. Не то, чтобы это было хорошо, и я пропагандировала маты и все такое. Нет, просто я такая, какая я есть. Да, я не такая, как все девушки. Может быть, вы привыкли видеть девушку, которая, я не знаю, там, такая добротная бобень, которая не матерится. Я так не могу, я не такой человек, и вы меня не знаете. Да, сегодня мне еще пришло письмо от Google, и я в шоке была вообще, конечно. Вообще, на самом деле, это было просто письмо с их партнерки. Меня, кстати, просили снять на эту тему видео. Я не знаю, что вам рассказать, честно, на эту тему, потому что партнерки у меня всего две было. Это сам YouTube и, соответственно, вот партнерка Air. Честно, я еще не поняла всей прелести вот этой вот, так, которую все описывали, как все их провосхваляли, я не знаю, как сказать еще. В общем, как все их восхваляли, знаете, я этого на себе пока еще не прочувствовала. Но скажу вам одно, что с партнеркой Air, мне кажется, чуть-чуть как-то легче и проще, чем с самой партнеркой YouTube. Потому что с YouTube, я вам так скажу вкратце, у меня видео, которые монетизировались, я за них получала деньги. Получается так, что когда пошли просмотры, да, я получила те деньги, только получается затишье какое-то время, мизер просмотров каких-то, да, популярных роликов, и все, деньги отнимаются. И это очень печально, честно вам скажу. У меня просто сердце кровью обливалось, все мои старания коту под хвост, и из-за этого-то я и не советую партнерку YouTube, потому что она, конечно, может быть и лучше именно в плане того, что они приглашают на разные сходники, они на тусовки приглашают, всякие там коллаборации, все такое. Но опять же, они приглашают кого? Кто очень суперски популярен. Поэтому вы задумайтесь, если вы хотите вести канал, либо завести его, либо вы уже ведете канал, но он у вас только развивается, я вам советую другие партнерки, о которых вы слышали именно хорошие отзывы, либо вот партнерку Air, которую я могу посоветовать, потому что, ну, я ее попробовала, и
все деньги, которые мне капают, они не отнимаются, все у меня чудесно, все хорошо, пока. На самом деле у меня уже села камера, вернее, пока еще не села, но батарея уже горит красненьким. Я хочу пройти дальше туда и посмотреть, что там дальше. Как обычно, я гуляю. Ну, в плане того, что да, я помимо просто побегать, выхожу еще просто подышать свежим воздухом и прогуляться. Потому что жизнь прекрасна, мир прекрасен, и нужно ценить каждый момент, каждое мгновение. Да, как вы видите, снег уже тает. Я знаю, тот, кто все время спрашивает меня о снеге, ты будешь смотреть этот ролик, вот, смотри. Сегодня у нас 5, если я не ошибаюсь, апреля, и у нас уже в лесу, именно, ну, здесь, в парке, начинает все таять. Меня очень радует тот факт, что приходит весна уже, и, вернее, она уже пришла, но постепенно становится все лучше и лучше, теплее и теплее. Сегодня вот плюс 8 у нас. И сейчас, вы не поверите, сейчас уже 6 часов вечера. Вау, здесь какой-то... Не буду говорить, не буду выражаться опять на букву Г. Вы меня поняли. Здесь какой-то овраг, и в нем образовался водоем. Я надеюсь, вам видно, вот. Здесь бы классные фотки получились бы. Здесь такой спуск красивый. Вот, видите, какое-то непонятное что-то. Похоже, даже не знаю, на что это похоже. Такая погода хорошая. У меня, правда, подмерзают все равно руки, но... Тут куча. Как обычно. Намокли ноги. Блин, там, по-моему, вот эта вода, она мне затекла в тапочек, вернее, в кроссовок. Ну вот как еще не матюкнуться? Мне кажется, с каждым разом надо ходить дальше и дальше и дальше. И тогда наверняка вдруг запляшет облака. Здесь какие-то... Похоже на речку какую-то, я так понимаю. Ну, и она течет, вернее, идет течение какое-то. Ну, мне интересно, это может быть тает снег? Скорее всего, наверное. Потому что речка не попахивает. Хотя, может быть, это какое-то, как это называется, слабое устье? Либо... Whatever. Меня вообще просто вот будоражит природа. Березы. Вообще звуки природы там, когда находишься на природе. Вот эти всякие птички, долбодятлы, всякие шумы вот эти. Вот все так как-то напоминает детство. Я не знаю почему и с чем это связано. Наверное, часто вот в детстве... В лес выбирались. Я знаю, в школе мы ездили очень часто. Конечно, надо потрындеть на своих мотоциклах. Я не знаю вообще, как я сейчас буду бегать там, потому что там куча людей. Надо, наверное, натянуть очки и на морозе. Кстати, есть у кого-нибудь такая фишка, когда ты... В очках ты чувствуешь себя почему-то увереннее. Я вот не знаю почему. У меня такое, наверное, вот на психологическом уровне чувство защиты, что ли, или такое ощущение, как будто якобы я скрылась от посторонних глаз. Вот, наверное, такое у меня ощущение. Напишите просто, мне интересно, одна я такая долбанутая или... Или нас много?
когда-нибудь видели красные деревья? Много шишек. Пахнет сыростью, плесенью, или как это, мхом, и всякими деревьями. Вот красные деревья. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Вы видите, они красные. Ду-ду. Да, кстати, с палкой намного проще и удобней, потому как штатив, он намного объемнее и, в общем, проблематичнее с штативом, чем с палкой. Но штатив удобно ставить. Палку втыкнуть только в землю можно. Она, кстати, у меня еще одевается на штатив, как дополнительная высота получается. Ну, дополнение к штативу. Показать вам наш закат. Если вы что-то увидите, я бы сходила куда-нибудь посмотреть закат или восход, но я даже не знаю, куда здесь можно сходить. Ладно, побегу я всем.